работает мусоросборочная система Жуковки. Мы находимся на улице Луговой. На 3 контейнера, на 2 тонны мусора. Видимо, мусор давно не увозят. Жители уже отчаялись и раскидывают мусор кругом. Сейчас майские праздники. Много гостей приехало, работающих в Москве. И такое свинство в городе. А в других местах, кстати, мусорных площадок вообще нет. То есть там жители вообще лишены возможности выброса мусора. И поэтому кидают мусор в леса, озера, реки, где попало. Причем оплата за вывоз дубового Жуковки намного выше, чем в Брянске. В Брянске эти деньги контейнеры пластика покупают, спецтехнику увозят за 30 километров. У нас же сварка 3-4 километра от города, а вывезти не могут за большие деньги. Куда идут деньги? На дивиденды, на премии, думают жители. Непонятно. Плохо, что правоохранительные органы не хотят разобраться. Ситуация с ТБО Жуковки. Вот такие у нас майские причуды.